любовь понятна, значит, попеть да. Жириновский любит. А еще Жириновский любит Алма-Ату, потому что по вашей инициативе одну из станций московского да. метро назвали да, да. Алма-Атинская. То есть вы пролоббировали. А когда вы последний раз были там, в родной Алма-Ате? В 2006 году. Угу. Решил юбилей, 60 лет, поеду по родным местам. Взял спецвагон, поезд Москва-Алма-Ата, чтобы вот въехать в Казахстан. Мне тоже красиво. С детства запомнилось степи. Вот видите, вот кончается Россия, Саратовская область. И вот Казахстан. Бескрайные степи, где-то там далеко верблюд, там или юрта, овцы. И вот проехал 3 дня до Алматы, именно по дороге. Первый раз я ехал обратно, Алма-Ата, Москва. Мне было 14 лет. Первый раз влюбился, опять запомнилось на всю жизнь. Не такая уж прям совсем, как Ромео, но вот первый раз какие-то я испытал такие вот чувства симпатии. Вот посмотрел город, но изменился страшно. Я долго искал авторемонтный завод, на котором я работал как бы вот раз в неделю производственное обучение со школы. Даже 2 раза, в понедельник, в четверг мы ходили на завод. Так все застроили, я на машине никак не мог разобраться, где же этот завод, где эта проходная. Поэтому не узнать город. И здесь мы что теряем? Для нового поколения им нравится. Высотные дома, красиво все. А я ходил в кинотеатр «ТЮЗ». И театры, и кинотеатр. Назывался «ТЮЗ». Нет его. Площадь была. Нету. Ресторанчик такой небольшой, но уютно. Прямо на улице столики, там все, так сказать, деревья. Самый зеленый город в Советском Союзе был. Самый зеленый. Алма-Ата? Да, самый зеленый. И зоопарк был самый лучший. Потому что были естественные условия, созданные для зверей. В Москве он в городе, а это практически за городом. Вот таким город, когда запомнился мне, а теперь ничего не узнать. Поэтому уже нет, не почему тосковать. А где эти улицы? Все совсем по-другому. Все, где я ходил, смотрел, полностью все перестроено. И картинка детства, родной город, исчезла. Вот. Потом поехал Иссык-Куль. Тоже как бы первые мои впечатления, как море почти. И вернулся в Москву.